Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить FIFA 19 за карьеру тренера. Мы сейчас играем в данный момент в Польше. Первый наш клуб. Краковия. Точнее, из Кракова она. Короче, я посмотрел в интернете, какое место занимает и все остальное до интереса. До интереса, какую там Польшу занимает место, попадает в кубок. В Лиге Чемпионов, кубок УЕФА. Я так нифига точно не понял. Скажу честно, команд, как и 16 есть, только ты попадаешь в восьмерку среди лучших команд. И между ними что-то проходит еще турнир, я так понимаю. Вот чего, такая тут ситуация в Польше. Я так, тут только так понимаю. Давай, так. И что? Что еще? Так, и тут у нас уставшие игроки. Офис. Так, у нас есть 3 миллиона. Молодежный состав. Нанять себе скаута. Ну давайте наймем себе скаута за 1 179 000 фунтов. Да, я согласен. И как мне посоветуют, давайте попробуем организовать работу скаутов. Так, вот тут Нидерландом, да? Ты как? Я так понял, я Нидерландом. Так, на любой вкус. Так, Венгер, физически силен, плеймейкер мне нужно. Давайте на 3 месяца. В данный момент его отправляем. А там посмотрим, что будет. Вот у нас 2 скаута есть. Один отправлен. Конечно, слишком много мы денег потратили. У нас уже минус 1 миллион фунт. Нифига, прогноз 1 миллион. Фунт. Прогноз 1 миллион фунт. Это что, можно обокрутить тут клуб? Вообще полноценно. Смотрите, цена клуба 13... 95, около 14 миллионов фунтов. А прогноз 1 миллион. Тут вообще просто колоссальные. Тут они изменили, на самом деле. Но мне это даже нравится. Так, тут у нас понятно. Тут у нас тоже понятно. Мы зарплату 40 тысяч платим, ежедневную зарплату. Так, что у нас дальше? У нас первая игра будет сейчас. Так, тут у нас работа скаута на 3 месяца. Мы отправили его. Тут все понятно. Так, что хотел? Хотел по составу. У нас надо еще контракты подписать. Я помню, что контракт у нас не подписан некоторыми игроками. Вот, один год уже видно здесь. Это у нас в аренде. Вратарь один год, 63. 36 лет. 8700 зарплаты, нифига себе. Вообще не слишком много игроков, можно подписать контракт. Переговоры, давайте посмотрим, как тут ваши переговоры. Ни тут ни разу не видел, но я думаю, ничего не изменилось на самом деле с FIFA 18. Только музыку добавили. Начало, да? Рад вас видеть, благодаря за визит, садитесь, пожалуйста. Честно, не слишком громко. Мы рады наконец-то начать переговор. Давайте первым делом определим роль моего клиента в клубе. Мы согласны, если мой клиент будет важным игроком, придет множество матчей в сезоне. Важным игроком будет. Ну, 36 лет, да, я принимаю. Мы согласны, в нашем клубе серьезная конкуренция, но я обещаю, что получит интересующее вам игровое время. Такой доволен, а мне игровое время дадут. Хорошо, мы договорились о роли игрока в старте. Теперь давайте обсудим продолжительность контракта. Так, я тебе предлагаю на 3 года. Мы хотим предложить ему контракт на 3 года. 39 лет я буду, если ты, конечно, будешь играть, блин. Но если подпишут, то, по идее, будет должен играть. Мой клиент не устраивает предлагаемый срок. Мы предлагаем следующий предложить 1 год. 1 год мне нереальность. Мне он лучше на пенсию пускай уйдет, ем, на самом деле. Невыгодно. Контрпредложение минимум 2 года. Таким предложением контракты нас не устраивает. Мы готовы предложить игроку контракт на следующий сроком 2 года. Согласен, предложение сроком контракт на 2 года его вполне устраивает. Все-таки он слишком старый. Ну, вот сюда музыку добавили не очень, на самом деле. Лучше бы как бы диалог какой-то добавили. Не русский хотел, ну просто, чтобы что-то говорили они как будто. Так, мы не будем с этим определить, теперь давайте сразу перейдем в обсуждение финансовых вопросов. Давайте я буду 700 фунтов платить, а? Согласен? На 2 года 700 фунтов, ты представь, какие деньги, ё-моё. Так, я тебе предлагаю 700
500 фунтов и 10 тысяч фунтов, как за подписание. Так, может получать на нашем кубе 700 фунтов в неделю, мы готовы положить подписание бонус в размере 100 тысяч. Ой, 10 тысяч фунтов. Мы это не согласны, вы что, оскорбили меня? Да? Достойно уважения, мой клиент это устраивает. Ой, заебись вообще, просто понизил зарплату. Ну и у него лицо какое-то грустное, когда подписывали. Так, окей, мы с ним подписали. Так, чоп, 25 лет. Какой-то миллион стоит. Ну, давай тебе, знаешь, подпишем переговоры. Вообще, считать 9 общего, нормально. Очень рад видеть вас обоих, давайте сразу перейдем к делу. Благодаря за прием, давайте поговорим о роли моего клиента в клубе. Нам интересен вариант, при котором мой клиент станет бессменным игроком первой команды и будет входить на поле в протяжении всего сезона. Я принимаю это условие. Семья согласен. Мы согласны, наша клуб серьезная конкуренция, но я обещаю, что получит интересующий вас игровое время. Такой доволен, а я еще тут буду. Мы движемся вперед, давайте обсудим, на сколько лет мы будем заключать договор. Так, я тебе на 5 лет предлагаю. Мы хотим положить ему контракт на 5 лет. Клиента не устраивает предложение сроком, контракт мы предлагаем следующий продолжительности 2 года. Ну какой нахуй 2 года, ты чё офигел? 2 года ему нафиг надо. Мой клиент не устраивает, это мы знаем, давай. Так, контрпредложение, давай 3. Таким положением контракт нас не устраивает, мы готовы положить игроку контракт на следующий сроком 3 года. Согласен с положением сроком, контракт 3 года вполне устроит его. Охуеть, его устроит 3 года, блядь. Вообще офигел на самом деле. Так, мы игнорируем, если захочет, пускай подписывает. То есть, с этим все решено, давайте обсудим зарплату игрока. Давай, без этого никуда. Так, зарплата игрока, он поднимается у нас, давайте мы 3500 ему заплатим, а зарплату в неделю. И бонус заплатим 50 тысяч, о, и добавить бонус, кто у нас, он чоп, выход на поле, 15 матчей, мы заплатим еще 100 тысяч, согласен? Предложение. Может получать у нас в размере 3500 в неделю, мы готовы положить подписание бонус в размере 50 тысяч фунтов, и еще мы хотим предложить бонус за количество выхода на поле 100 тысяч фунтов за 15 матчей. Достойное положение, мой клиент это устраивает, вот и заебись вообще на самом деле. Он 15 раз выйдет на поле, как он гарантирует стартовый состав, он получает 100 тысяч фунтов еще добавок. Финансы, конечно, не очень хороши, даже а зарплата как у нас по поводу зарплаты вообще... 5000, а вот это 4 получает, это 5, нифига цепашник, 32 года, 71 уже, ну да, тут уж старики какие-то пошли, это испанец какой-то здесь опять, блин, ладно, так, секундочку, я еще хотел транзиру зайти, искать игрока, так, не туда, Так, мне нужен... Нет, полузащита, примерно ЦАП. Трансферная... Отсутствует свободный агент, вот. Есть один. Добавить, вот это вот, что я забыл, свободного агента. Так же, как и в арсенале Турина тоже это сделать. Взять себе свободного агента, что такого плохого. Через 9 дней мы узнаем, кто такой он. И, может быть, и по договору подпишем 30 лет, и фиг с ним, блин. Хоть
будет у нас один ЦАП еще один дополнить, а там молодежка уже будет. Ну, чтобы не рисковать. Вот так вот. Таких маленьких клубов можно и свободных агентов брать себе. Так, все замечательно. Развитие игроков мы делали. Все, они прокачались. Так, тут что у нас вообще новости? Как? Что-то будут говорить? Ладно. Не особо все интересное. Погнали далее. У нас сейчас будет первый тур польской лиги. Так, я отправил ваш последний отчет по поводу игроку. Давайте посмотрим. Так, 51, 60 тысяч фунтов он стоит, 8800. Нормально. Так, предложение по аренде. Так, сообщил, что намерен взять игрока в аренду. А кто у нас левый ЦП? Не, я отклоняю все подряд. На самом деле, мне не выгодно кого-нибудь сейчас отдавать и все остальное. Нафиг его знает, там надо еще смотреть, но на самом деле, я думаю, вряд ли. Опа, надо там кого-то купить за 30 миллионов фунтов. Да. Какие деньги сейчас нам только видать. Остановись. А нет, давайте лучше тренировку после уже матч. Так, что хотел по новостям? Окончательный отчет по поводу этого игрока. Вот он, 64. Ищет новый клуб. Статус замечательно. Окончательный отчет по этому игроку. ЦАП 53. Основные 110. В общем, можем приобрести, как нифига делать его. Так, полное оздоровление у нас. А вот у нас уже минус небольшой. 511 тысяч фунтов. Абонементы у нас появились. Понятно, все окей. Так, погнали дальше. 2 дня у нас остается. И официально наш первый матч за этот клуб. Так, окончательница. Нет, это не то наше следующее матч. Я видел расстановку. Следующий матч я в замене. У меня идет игра, и хотел бы не терять типа форму, да? Понятно, все с тобой. Давайте посмотрим, что у нас есть. Так, ты у нас меняешься. Блин, ты у нас травма вообще-то. Так, правый. Меняешь. Левый тоже у нас меняется. ЦАП у нас тоже меняется. Странные защитники. Меняем. Так, вратаря тем более меняем. А этот у нас вот. Ты у нас тут будешь стоять. Без сюда. Без сюда. Ну да, этот лучше всех пересезонку сделанный за мной. Я пока его так. Правый, что у нас? Правый вообще замечательный. Так, а левый. То же самое, ничего такого интересного нету. Все. Все, такой состав у нас есть. Окей, мы согласны с таким составом выходить на поле. Ну что, переходим к матчу. Да, без тренировки никуда. Нет, увы, да? Не, попадает. Нет, ни туда, ни сюда. Ну ладно, переходим к матчу. Слушай, лучший комментатор нашей страны. Этот матч открывает сезон в лиге, и его для вас будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Всем привет! Еще совсем чуть-чуть, и свисток арбитров погонит команды вперед. Или они будут осторожны? Давай не будем загадывать, совсем скоро мы будем все знать наверняка. У нас сегодня в составе новый фланговый бой. Линия атаки действительно нуждалась в усилении, и вот наконец-то тренер получил игрока, который ему был так нужен.
местами состав ходили. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Состав команды гостей. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Много сегодня зрителей собралось, и особенно приятно видеть гостевой сектор. В любую погоду за своей командой следуют самые преданные поклонники. Спасибо им за это. Их поддержка всегда много значит для команды на выезде. Вот и начнешь наш матч. Ну что, погнали. Первый тайм начался. Один матч мы все-таки выиграли. Со счетом 2-0. Это пересезонным турниром. И заработает 30 тысяч фунтов. Это нормально для этого клуба. Надеюсь, мы что-то еще заработаем здесь. Вот этот клуб, конечно, я посмотрел в турнирной таблице. Он в жопе мира находится уже. Ну, точнее, относительно лиги. Я думаю, это прям клуб посерьезнее. Оказывается, нет. В данный момент он сейчас не супер в форме хорошей. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Ну давай, куда ты там, блядь, парни? И давайте мне что сделать. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Спасибо. И правильно, дал мой мяч из штрафной. Да блин, ну куда так? И Джосик садится. Просто супер. Подавать тут. Уверенно действует в перехвате игрок. И в итоге заводит. Все замечательно. Перехватываем мы. Пас. Да ёб твою мать, а. Давай, беги, 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 дерись. Ну. Блять, не хватило у него вообще ничего. Да, скорость это вижу прям. Прям такая бешеная. Такой скорости даже через у моих рыбин гудов не было. Свободное пространство. Что там все свистят, я не понимаю. А мы дома играем, да, мы играем дома в Кракове. Хороший по удару, ну прям вратарь просто супер затащил это. Не, нас уже скрывает. Вижу. Забег. Вперед идет атака. Интересно, может. Бля, это не нарушение, судья. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. И такой момент. Ёпта, я даже не думал, что мяч попадет нашему игроку. Вот это момент был. Еще бы этот здесь Гогу тут забит, это вообще просто удивительно был. Ну что, у нас удар от ворот. Да, стадиончик у нас не слишком большой. Мы дома все получим билеты еще при этом. И узнаем, какое место, каком и что там, сколько нам фунтов дадут. Я знаю, что Англия больше всех победить должна. Да фиг узнаем, может Испания тоже. Первая лига. И как серия А в Италии, то дают неплохие деньги. Вот. Короче, Фефебре, я понял, не что, дает это атаки, 2 миллиона 800 тысяч фунтов. Блять, это могли сейчас... Какое спасение! Фу, блять, спасрись. Голкипер из хорошего положения наносил удар соперник, но вратарь молодцом. Вратарь просто герой сегодняшнего матча. Спас команду и не позволил сопернику выйти вперед. Замечательно, погнали, 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 давай. Опа. Свободная зона. Блять, ну...
Как так можно врезать в другого игрока? Трибуны явно недовольны решением арбитра. Они уверены, что тут был финаль. Да блядь, ну опять мяч пропускаем. Нифига тут трибуны орут. Вообще жестоко трибуны орут. Если вариантов нет, отдай. Блядь, ты еще не взял мяч. Плохо, ну. Нет. Ну, ё-моё, что вы творите-то? Какие нафиг там пасы? Пас вперед. Еще один пас вперед. Блядь, не туда. Ну куда? Это почему затормозил? Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный переход. Оптимальный, да, момент у нас стоит. У, у нас травма. У кого-то у нас травма. Очень плохо. По флангу нас атакуют. Навес. И он выигрывает, ну вратарь просто тащер, блядь, вытащил этот матч. Мяч, точнее. Блин, у нас нападающий Трампу учил. Очень плохо. Мяч, конечно, было чрезвычайно трудно. Очень плохо. У нас, да, момент травму у нападающего. Он играет-то может, но заменить может заменим в следующем раунде. А может еще раньше. Не знаю, как посмотрим, как будет игра уйти. Подали мяч с углового в центр штрафного. Опа, нормально. Беги, 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 беги. Не, не получится. Мы пасами можем что-то сделать. Бля, фланг долго думаем. Все, затормозили мы атаку. Не, тут ничего не получилось. Игрок был закрыт. Игрок был закрыт. Он закрыт был, тут думать даже нечего. Ну, мяч бери себе, блин, когда ты отнимаешь. Да, блин, ну как так можно-то? Что-то стоящее. А это что за врезание какое-то у нас? Ну, навешивай. ДТП, блин. Есть возможность быстро доставить. Вау, мяч, вот это хороший пас. Так у нас скорости, как всегда, не хватает. И мы забиваем первый гол, все официальный. Что, играли до начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Мы это делаем. Первый гол в нашем официальном матче. Ну, наверное, устали команды в концовке тайма, тем не менее пропускать... Если он ошибку не сделал фланговой, мы бы это не смогли бы привести, можно так сказать. Момент хороший был. Как раз у нас травмированный нападающий забивает гол. Конечно, поздравляем тебя с первой голом лиги. Все, сестро, первый тайм у нас заканчивается со счетом 1-0. Да, к моменту покруче были. У нас вратарь просто молодчина сегодня. Стоит как, не знаю кто, бля. Как стена. Вторая половина матча началась. Ну что, продолжаем мы матч. У нас пока данный момент со счетом 1-0 мы побеждаем в первом тайме. А за второй тайм у нас. И тут опасность может что-то случиться. Нет, ничего не случилось. Нет, они с мячом пока. Да, блядь, мяч уберите. Ой, блин, ну как так играть-то можно-то, парни? Блять, и тут его опускаем. Спасибо за мяч. Блин, ну как он не добежал? Так, тихо. Спокойно. Отыгрываем. Слушайте, какая у нас слишком долго сидит. Константин, у нас еще впереди целый тайм, но я думаю, ты уже готов оценить игру сегодняшнюю. Я такой беспомощный, даже я бы сказал, бесполезный. Игры от него, конечно, не ожидалось, пока просто отбывал откровенно номер на поле и частично виноват. Блин, ну а зачем ты оттолкнул тебя далеко так мяч? Слухи ходили давно об интересе Манчестер Сити к новой покупке, но сегодня дошло дело до конкретики. Есть у тебя что-нибудь отличное? Да, сложный процесс по покупке игрока получился, но... Да, Манчестер Сити, это вообще другая лига. Парни, что вы говорите там все?
О, нормальный пас. Еще один пас, но то он слишком ненормальный и был, на самом деле. И мяч выбит из штрафной. Да, блин, чуде скорости, что не хватает, блин, тебе искать людей со скоростью. Все, переходим на то, что надо заменить игрока. Нападающего до 100%. Так, нападающего 100%, может, то сможет. Так, подожди, кто у нас вообще? Какая где скорость? Разгон, скорость, да, 68, вообще ни о чем. Ну, это какой-то быстрее один фланг у нас. До матча 30 минут. И через край пошла атака, тут есть немножко свободного пространства. По всей видимости, замена готовится у команды «Хозяин». Вливает свежих сил в игру наставник команды. Ну, еще, пас. Отнимите у него мяч-то, ё-моё, а. Да он так, Хороший момент. Мы с мячом остаемся, с подкатом хорошим просто. И изумительный подкат у нас получился. А мы сделаем вот так вот. И навес на дальнюю штангу. Ну там закрыт был игрок. Надо было послабее. И посередине был там бы. Просто одинокий у нас игрок наш. Идет атака, мы слишком много бегаем. Давай, выигрывай. Но мяч все равно у них остается. Но мяч у нас самый перехват. И опять перехват их не стороны. Подкат у нас не удается. Опасный момент. Но при этом вратарь справляется. Вратарь у нас справляется ударом. Снова пас у нас. Хороший пас. Вижу момент. Блядь, ну куда так? Ну он бы отнял его, это по-любому, прям. Идет 76-я минута. Минут 15, но и плюс то, что добавить. Да, вот так, что он об этом говорит. Минут 15 у нас осталось. У нас еще одна травма, это вообще просто жестоко. Какой пас-то прошел у нас. Да, блядь, не прошел этот пас, а. От нас уходит мяч. Так, у нас замена. Не замена. Это еще у нас, которому не заменили нападающего. Так, что у нас проблема? У нас проблема то, что у нас центральник уже все, сдох. Давай тебе дадим шансу. Не, пускай он играет нападение, ближе нападение, он посвежее. У нас атака меняется, а это уже заменим. Да? Они ведут в счете, а тут еще и свежий игрок появляется. Потому что тут невыгодно. Центр полузащиты у нас уже начинает ослабление быть. Конечно, 59 это не усиление. Но он свежий игрок, вот что проблема. Свежий игрок. Ну ладно, погнали. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент. Да, бля. Ууу, это момент! Какой момент был? Какой момент? Вперед удар с близкого. Я даже не думаю, что он пройдет пас. Этого матча еще не решен. Ай, блядь, проигрываем. Мяч у нас. Контакта развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Считанные минуты до конца поединка. Ох, какая нас ждет концовка. Пас не проходит, но у них не... Ну да, тут со мной ничего не пришлось. Ну что, баут снова. Из-за боковой. Свежий игрок войдет в игру. Да ёб твою мать, тут пиздец.
А вот это опасно выглядит. Осталось провести командам на поле. Райна, мы с мячом. Да, блядь, отнимает опять мяч. Так, у нас добавляют 2 минуты. Все, свисток. 2 минуты прошли, мы побеждаем первый официальный матч. Один со счетом 1-0 минимальным счетом, но все равно. Стартовый адреналин, разовая мотивация или действительно тот настрой, который будет дальше только развиваться, нам покажет следующий. Но согласись, что играли сегодня действительно замечательно. Очень здорово. Ждем продолжение. Он провел хороший матч. Просто здорово смотрится. Отлично он сыграл. Кстати, забил решающий гол. Это так. Напоминание. Ну, я думаю, что и тренеры, и болельщики все должны быть довольны. Вот такие дела. Так, тут и не особо ничего интересного у нас не происходило. Что дальше у нас общие сведения. Так, голов 1-0, ударов 3-4, створ 2-4, владение мячом 52-48%, отбор мяча 2-7, травма 1-0, угловые 1-0, точность удара 66-100%, точность пасы 88-84%. Продолжить. Ну что, у нас ждет дальше тренировка. Так, в этот день матча у нас не происходили. Окей, переходим к развитию. Мы давно зарабатываем 3 очка в первом туре. Нашим это просто замечательный момент. Так, блин, у нас 2 травмы. 2 травмы нападающих. Так, ты у нас, давай качайся. Не густо у нас игроки. Так, центральный защитник, центральный защитник, центральный защитник. Давай, 19-летний. Что, центральный защитник у нас будет качаться. Нифига там все подниматься будет. Так. И вратаря 18-летнего. Который первый матч я простоял. Это как он называется? Перед сезонным. Так, и... Так, левый тебя. Все. Смотрим. Так, у нас повышение получается левый полузащитник и вратарь 55. И это тоже левый полузащитник 55. Только я не посмотрел, сколько он. Ну, сейчас увидно было. Так, окей. Так, на этом, я думаю, ноте надо заканчивать эту серию, потому что подписываю контракт, дополнительно не будет уже так на 40. О, на 30. 4 минуты наиграно. Так, мы первое место занимаем. Да, нет, это все фигня, потому что сыграли всего лишь... Дай бог. Что-то не по... А, они победили. Что-то не по... А этот проиграли, тут стоят. Ну ладно, не слишком важно. Вот это мы сыграли. А вот это мы будем еще и впереди играть, да? Победитель? А, это не то, блин. Я думаю, что за победитель какой-то. Ну, это сменить турнир можно. Не, подожди секунду, что хотел посмотреть. Не то. Блин, я что-то прочитал, что не знаю. Ну, ладно. А, так, не то. Не-не-не, то-то-то. Выбираем вот это. Нет, не то. Вот это выбираем. А, это весь первый раунд, да, у нас. А вот они, которые как раз выиграли. Это уже Краков, тоже из Кракова. Команда, кажись. Виста Краков. А я как какой-то Краковия. Вообще фиг поймешь. Ладно. Я говорю, на этой ноте мы заканчиваем эту серию. Увидимся в следующей серии. Другие прохождения. Всего удачи вам и пока.